организации «Сквер в Монне» — это напротив администрации. Проект семейного романтического парка. Городское поселение Монино получило значительную финансовую помощь из бюджета Московской области. 682 миллиона рублей на развитие и благоустройство поселка. Об этом на встрече с населением рассказал депутат Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Иван Жуков. В этом году мы увеличили количество выделяемых денег на асфальтовые работы и междудомовые в полтора раза, чем в прошлом году. Несмотря на так называемый кризис, мы продолжаем усиливать эту работу. Мне нравится видеть, как возрождаются здесь, мой, на улице, домовые территории, как возвращается спорт в жизнь для наших детей и взрослых, как снова регби становится, знаете, таким вот, не просто на словах, у нас команда, а создаются условия. В городском поселении Монино стартуют масштабные работы по благоустройству территории. Уже этим летом они начнутся на улице Дементьева. Здесь предусмотрен ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов, организация тротуаров и парковочных мест. Общая стоимость работ составит более 18 миллионов рублей. Для жителей это долгожданное решение вопроса. Улица Дементьева достаточно протяженная, да и дворовые территории, детские площадки нуждаются в ремонте и дальнейшем благоустройстве. Я не сомневаюсь ни капли, что все, что обещал Иван Николаевич Жуков, это будет исполнено. Это прекрасно, когда дело и разговоры приходят в единую точку. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».